Привет, народ, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про картошку. Патч 1.12, который выходит 3 марта. Вот сегодня с 3.30 ночи до 11.30 дня картошка будет недоступна. Это время иногда переносится, потому что это патч. Что-то может пойти не так. А у картошки бывает. Ну вы знаете. Все, у кого был прем-аккаунт, начислят в виде компенсации один день према. Обалдеть. Теперь поговорим, что будет в этом патче. Что мы увидим, когда сегодня зайдем, когда включат серваки. Ребаланс техники. Первая часть. Картошечка продолжает ребаланс техники, который начался еще в 2019 году. Изменения будут вноситься в игру в несколько этапов. В обновлении 1.12 картошечка улучшит ТТХ следующих премиумных танков 8 уровня: СТГ Гвардеец, Супер Першинг, СТА-2 и Т-343. Честно говоря, там просто циферочки подправили немного, типа чуть-чуть будет комфортнее. Все. Каких-то глобальных там изменений не будет. Я это все, конечно же, постримлю, посмотрим на эти танчики и вместе с вами оценим, достаточно ли их апнули, играбельны они или нет. Мне почему-то кажется, что они и близко не дотянут до нынешних имбовых премтанков. Но мы это проверим. Ну и нельзя не отметить, насколько быстро, качественно, четко и молниеносно картошечка балансит танки. С 2019 года по 4 танка раз в 100 лет они подправляют чуть-чуть циферочки. Идеальная работа. Следующее изменение, которое мы увидим, улучшение интерфейса. Снова пару изменений выковырили из модов и воткнули в игру. Ну не просто воткнули, переделали, сделали по-своему, со своим внешним видом, оформлением. Ну и конечно же техническая составляющая тоже, видимо, там изменилась. Я на тесте зашел, повключал, вроде все работает. Проверим на основе подробнее, на большом количестве боев, как это все работает. Теперь мы сможем видеть общий запас прочности обеих команд. Также добавятся лампочки в ушах команды. Довольно-таки удобный и нужный мод, чтобы на расслабоне, не напрягаясь, определять, какие танки в бою светились, не светились, чтобы более тщательно проанализировать и продумать тактику на весь бой. Это очень нужный модик, и без него играть сложнее. Также добавят бесполезный модик результаты предыдущего боя в нынешнем. Нахрена это надо? Даже не догадываюсь. Но оно есть, видимо, очень популярное настолько, что нужно это добавить. Ну и еще один модик, который кому-то зачем-то нужен. Я им никогда в жизни не пользовался. Задать определенную кратность прицела по умолчанию. То есть вы, когда входите в прицел, у вас все время начинается с одного и того же икса. Мне лично этот мод не подходит. Я с ним не смогу играть никогда в жизни. Потому что я заранее откручиваю на тот икс до столкновения с врагом, в котором мне будет удобнее всего с ним стреляться. То есть если в ближнем бою, я откручиваю на x4, на x2. Если это дальний бой, на x8. То есть я заранее уже готовлюсь к ближнему или дальнему бою. Я так привык, мне так удобно. Кому-то удобно, видимо, пользоваться этим модом. Картошечка это как-то там просчитала и добавила это в игру. В принципе, по улучшению интерфейса все. Из нужного только лампочки в ушах команды. Также в следующем патче возвращение стального охотника. Великолепный режим, который превратили в какую-то помойку. И теперь он похож больше на свалку разных несбалансированных танков, чем на режим «Королевская битва». Начало этого режима, когда картошка его еще не испортила, было великолепное. Было именно то, что надо, было очень интересно. А сейчас это просто свалка. Кстати, и стиль подобрали подходящий, прям под свалочку самое оно. Но в этот раз они там что-то баланс исправляли. Циферочки куда-то какие-то совали. Может быть, стало лучше. Поэтому попробуем и посмотрим. Также машины в стальном охотнике получат еще два новых модуля. Механизм поворота башни и оптик. Возможность остаться в бою, досмотреть бой до конца. Доработка результатов боя. Ну и конечно же запись реплея. Вот такие великолепные изменения ждут этот режим. Посмотрим, оценим. Ну и ранговые бои, финальный сезон. Приближается финальный сезон ранговых боев 2020-2021,
Ваша последняя возможность получить новый эксклюзивный американский тяжелый танк 9 уровня Concept 1B. Кроме того, после окончания финального сезона вы получите годовую награду, соответствующую количеству заработанных вами жетонов. Путь к славе будет трудным, но главная награда того стоит. Готовьтесь сразиться с достойными противниками. Пришло время финального сражения. Боже, насколько мне вообще насрать на ранговые бои. Я не знаю, сколько у меня жетонов. Когда я там в них играл, не играл, дошел, не дошел. Этот танк акционный 9 уровня, он настолько же не нужен, как и все прошлые. Я на них не играл, ни на тех, ни на этом. Это, наверное, самый неинтересный для меня режим. Хотя, казалось бы, ранговый. Померяться лишний раз пиписьками среди статистов и так далее. Но каждый раз, когда начинаешь играть в ранговый сезон, все больше и больше понимаешь, что ты не хочешь играть в режим, просто хочешь получить награды. Но по итогу я еще словил себя на мысли, что и награды мне не интересны. Главная награда – акционный танк 9 уровня. Они у меня прошлые стоят, я на них не играю. Для чего они мне нужны, я не понимаю. И режим мне вообще не нравится. Это обычный рандомный бой за картинки. Ты сыграл бой, после боя тебе картинку дали, картинку забрали. Абсолютно меня это не интересует. Но кому интересны ранговые бои, они вот будут в этом патче. Класс. Может быть, я в него зайду, постримлю вам его, но это скорее будет для вас, нежели для меня, мне на него абсолютно пофигу. Ну и черный рынок. С 3 марта по 11 марта будет доступен черный рынок. В 7 утра и в 7 вечера по Москве будут выставляться лоты на продажу, поэтому готовьте свои огромные ресурсы. Такого дерьмища, как в этот раз, вы не купите никогда. Акционные танки, которые уже есть в игре с просто какими-то там невероятными стилями за огромное количество голды, чтобы просто поиграть на акционном танке на самом конченном уровне в игре. За огромное количество серебра купить устаревший прем-танк. А вы задумайтесь, вы вообще за какое количество боев на мусорном прем-танке отфармите то количество серебра, которое потратите на него? Поэтому думайте, что там продают. А я даже, наверное, не буду подходить вовремя с 7 утра и 7 вечера. Заходить в картошку, я за этим даже следить не хочу. Я просто постфактум потом посмотрю, что будут продавать, и все. В 7 утра там просыпаться, сидеть как хатика в 7 вечера, вообще мне на это вообще пофиг. Но зная танкистов, вот просто уверен на 100%, что в 7 утра будет невероятно большой онлайн. Все опоздают на работу, в школу, но будут сидеть в 7 утра, смотреть, что там в картошке продается. Я даже не знаю, зачем им это надо, но будут сидеть. Ну и, конечно же, в 7 вечера. Никто не пойдет никуда гулять там, дышать свежим воздухом, отдыхать после работы или еще чем-либо заниматься. Все будут сидеть в картошечке, наблюдать за черным рыночком. Как же картошка хорошо выдрессировала танкистов. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.